Следующая остановка – проспект Космонавтов. Уважаемые пассажиры, не забывайте своевременно оплачивать проезд. Электронные проездные документы прикладывайте к валидаторам, расположенным на поручни. Остановка – проспект Космонавтов. Следующая остановка – проспект Космонавтов, дом 74. Остановка – проспект Космонавтов, дом 74. Следующая остановка – улица Орджоникидзе. Остановка – улица Орджоникидзе. Следующая остановка –
Проспект Космонавтов, дом 50. Уважаемые пассажиры, напоминаем вам, что во избежание получения травм пассажиры обязаны держаться за поручни. Следующая остановка – улица Тифанова. Типанова. Следующая остановка – улица Типанова, дом 21. Остановка улица Типанова, дом 21.
Следующая остановка – улица Ленсовета. Уважаемые пассажиры, не забывайте свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, сообщайте кондуктору или водителю. Следующая остановка – станция метро Московская. The next stop is Московская метро Station. Остановка станция метро Московская. Московская метро Station. Следующая остановка Варшавская улица.
Остановка Варшавская улица. Следующая остановка Площадь Конституции. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места пассажирам с детьми, беременным женщинам, людям пожилого возраста и инвалидам. Остановка Площадь Конституции. Следующая остановка Ленинский проспект, дом Остановка Ленинский проспект, дом 156. Следующая остановка платформа Ленинский проспект. Остановка платформа Ленинский проспект. Следующая остановка проспект Народного ополчения.
Уважаемые пассажиры, не забывайте своевременно оплачивать проезд. Электронные проездные документы прикладывайте к валидаторам, расположенным на поручни. Следующая остановка – станция метро Ленинский проспект. Остановка – станция метро Ленинский проспект. Следующая остановка – улица Зины Портновой.
остановка на лице Зины Портновой. Следующая остановка – Соломакинский проезд. Уважаемые пассажиры, напоминаем вам, что во избежание получения травм пассажиры обязаны держаться за поручни. Остановка – Соломакинский проезд. Следующая остановка – Кронштадтская площадь. Остановка – Кронштадтская площадь. Следующая остановка – проспект Стачек. Остановка – проспект Стачек. Следующая остановка – Морской технический университет. Уважаемые пассажиры, не забывайте свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, сообщайте кондуктору или водителю.
Остановка Морской технический университет. Следующая остановка Ленинский проспект, дом 104. Остановка Ленинский проспект, дом 104. Следующая остановка проспект маршала Жукова. Остановка проспект маршала Жукова. Следующая остановка Ленинский проспект, дом 95. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места пассажирам с детьми, беременным женщинам, людям пожилого возраста и инвалидам. Остановка Ленинский проспект, дом 95. Следующая остановка улица Котина. Остановка улица Котина. Следующая остановка улица Десантников.
остановка улица Десантников. Следующая остановка Брестский бульвар. Уважаемые пассажиры, не забывайте своевременно оплачивать проезд. Электронные проездные документы прикладывайте к валидаторам, расположенным на поручне. Остановка Ленинский проспект, дом 79. Остановка Ленинский проспект, дом 79. Следующая остановка проспект Кузнецова. Остановка Ленинский проспект, дом 72. Уважаемые пассажиры, напоминаем вам, что во избежание получения травм пассажиры обязаны держаться за поручни. Остановка Ленинский проспект, дом 72. Следующая остановка улица Жоблинская.
остановка – улица Доблести. Следующая остановка – Ленинский проспект, дом 55. Остановка – Ленинский проспект, дом 55. Следующая остановка – проспект Героев. Конечная. Видишь, что?